Перевозчики областного центра берегут карман горожан. Департамент энергетики и тарифов позволил поднять стоимость проезда в общественном транспорте до 19 рублей еще в июле. До октября этой возможностью никто не пользовался. И вот первые птички. Два предпринимателя в Заволжском и Кинешемском районах решили увеличить плату за билет до максимальной. Другие транспортники их пока не поддержали. Перевозчики областного центра отмечают, плотный пассажиропоток и высокая конкуренция на рынке позволяют им пока не повышать тариф. В любом случае горожане узнают о возможных ценовых изменениях заранее. Это делается благовременно. По сути дела, сроки не установлены ни одним нормативно-правовым актом, за сколько он должен нас предупредить. Да? Но я хочу сказать, что мы должны сделать сетку, чтобы перепрограммировать терминалы на данный вид тарифа. Да? Вот. А это занимает определенное время, это недели-две, по сути дела.